может. Ну ты злой. Может, знаешь, ты дурной такой. А я думал, ты фоткаешь. Блять, оно через этот, а через окно. А, окно, блядь, открывать нельзя. Не надо окно. И поймешь, что происходит. Похерятся обои все. Тихо. Фу, ты мать, ебать, говоришь, что ж она делает со мной? Пойди, Миша, попахи. Тренажерки, блядь. Мамка заставила. Он прыгает, дебил. Кто не подпрыгнул? Ну его нахуй. Смотри, пала жаба гадюка. Поросячим хуй. Блядь, затылок. Ой, блядь, она запалил, да? Вон там, он сам посматривает. Ну, Миша вот так смотрел. Да он сейчас что-то решит, по-любому. Понятно. Ой, могу, блядь. Сука, через окно плыву, она открыть, блядь. Пойдем с этого, с балкона поснимаем. А мы сейчас пропустим, по-любому. Да не, он сейчас тебе 10 минут будет думать, что назад нет. Пойдем. Сейчас, давай, подожди, ну, волочи, подожди. Давай, ну, не, нормально, подожди. Бжолы на худу. Это пиздец. Да, кто он думает? Ну, кстати, если бы мы раньше снимать начали. Спалил? Блин, куда-то. Да тихо ты, поебал. Да ему так... Смотри, ебать, если он не ебанется, это пиздец. Он вместе с каналом. Это жопа у нас. И как он его... Как он его перекинет? Я не могу понять. Блядь, не ори, Миха. Ты видел, что произошло? Вот то пальто было. Пиздец, уже видос идет 3,5 минуты. А мы еще до того за 10 минут не снимали. Что там, слушай? Это у вас следующий раз не пойдет, когда мы убивали. Сейчас тихо, произойдет. Слушай, меня... Типа, и позже, а вот одну, слышишь, на эту хуйню положить, думаю. Блин, раньше нельзя было, не, блядь. Как ты его выбивать-то будешь, блядь? Ты видел, как он залазил? Там уже съебали. А, нет. Это я сейчас вбивать, сейчас на 100-500 отправим по-любому. Там он борет, а там должен. Типа, ну, типа русский волос так. Агрессорский креатив. Ну все, наверное, да, уже ничего интересного не будет. Да хуй его знает. От него можно стать что угодно, блядь. Да ну все, теперь он будет его просто хуячить. Ой, блядь. Ебать, я нахуй в шоке.